Всем привет, с вами снова я, Настя, и сегодняшнее видео будет о Егорке, а точнее о том, что нам уже 4 месяца, и еще немножко, и нам будет полгода. Время летит незаметно, Егорка растет, вставочки с Егоркой я оставлю в конце видео, можете посмотреть наш шоу мелкий, как он болтает, что ему нравится. Начну, пожалуй, с его размеров. В том месяце мы прибавили в росте сразу 7 сантиметров. Поэтому в этом месяце у нас, к сожалению, скачка в росте не было. У нас на данный момент 65 сантиметров в длину мы. А в плане веса у нас прибавка 1 килограмм. Сейчас мы весим 6 килограмм 750 грамм. Вот так вот. А в том месяце у нас было меньше на килограмм. Нам сказали, что 700 грамм, там 650-700 грамм это мало. И в этом месяце мы ударненько прибавили. А по поводу прикорма... Сразу скажу, мы даем ему кабачок, и чай он у меня пьет. Так что я знаю, что есть, сейчас будут споры в плане того, что не надо водить прикорм, надо водить прикорм. Дело в том, что он у меня стал иногда плохо брать грудь. Точнее, он кушает, и часов 6-7 он требует прикорма. Он именно требует, чтобы ему дали вот пюре. И он съедает нормально так его, и после этого у нас, это я заметила, была тенденция, мы стали ходить в туалет намного больше. Мы раньше у нас со стулом были такие, скажем так, некоторые проблемы в самом-самом начале, потом он у меня ходил один раз в день, иногда максимум два раза, тут он стал ходить два, иногда даже три раза в день. Но... так как знаете, что сейчас зима, холодно, нам сказали пить витамин D. До этого я ему не давала, и еще одна из причин, почему мы стали ему давать витамин D, у нас грудная клеточка стала, как сказал врач, разворачиваться, у нас немного выпирает ребра. И из-за этого нужно для профилактики, чтобы у нас не было рахита, нужно будет давать витаминки. Но и тут свой подвох. Я ему давала витамины Aqua D3, не знаю, напишите, какие вы даете витаминки. И у нас пошла аллергия. При этом у нас режут зубы, у нас, причем лезут не резцы, у нас пытаются прорезаться клыки. И там сначала было просто набухшее все сзади, но сейчас прям видно такие белые точки однозначно. И если прощупывать, прям чувствуются зубы, им очень больно, потому что это растет не прям совсем вверх, а немножко в бок, вот так прорезается. Из-за этого мы стали мазать гелем. На гель Панцерал у нас нет аллергии. Мы мажем уже приличное время. Но мы попробовали другую, по-моему, Кармилус называется. И тут началась просто паника, потому что мы дали этот гель. Он более такой мощный, из-за него сразу, не знаю, если его намазать, прям как заморозка действует, но он на травах. И у нас был... сейчас... Дентинор Бэйби, вот. Дентинор Бэйби, вспомнила, капельки. Я ему просто дала в один день и то, просто один раз я помазала ему вот этим карамелосом, и Дентинор Бэйби я ему дала два раза. На следующий день у нас появилась сыпь под коленочком с внутренней стороны, у нас стало появляться на ляжках с задней стороны. Я грешила вначале, может, думаю, ну, либо на лекарство, либо я съела что-то не то. Но проанализировав еду, еда была все то же самое, что как бы ем обычно, на это у него не может быть аллергии. Поэтому вывод – это лекарство. После этого я ему как раз еще нам прописали витамин D, и я ему тоже дала, и сыпь не стала проходить. Я вижу, я мажу цинковой мазью, у меня вроде посветление, все нормально, а потом раз, и опять все красное. Я уже стала думать, даже может еще и вода, то, что сейчас в воду добавляют всякие эти, как будто хлорка, знаете, опускаешь руки, у меня сама прям сохнет кожа. Я опять стала добавлять ему ромашку в воду, но нет, блин. Проанализировав лекарства, я увидела, что в витамине D, который мы ему давали, что в мазе находится спирт. Соответственно, это вредно ребенку. Я еще удивлена, что это вообще рекомендуют врачи, что многие мамы дают, и у них вообще никакой реакции на это нету. Вот, как выявилось, у нас аллергия, скорее всего, вот на этот спирт, поэтому я ему сейчас купила другие капельки и витамин D, но пока его не даю, потому что мне нужно, чтобы он поправился, чтобы у него прошла аллергия, чтобы проверить, на что у него в дальнейшем она будет. Далее, уходим от грустного, переходим к веселому.
На данный момент мы сидим. Ну как сидим? Если его положить на подушку полулежа, он легко отталкивается локтями. Это примерно где-то так. Он это берет, делает и садится. Естественно, он иногда заваливается, также он хорошо садится, если ты его кладешь себе на коленочки, он с полулежа садится. Также мы танцуем, мы любим, когда нас держат за подмышки, мы ходим, мы прямо прыгаем, мы скачем, это будет в конце, он прям сам отталкивается, чтобы его, ну это ему прыг-скок, прыг-скок сделали. Вот, он пританцовывает, он спокойно ходит, ему нравится опускать, ну когда мы опускаем его на ковер, он включаешь ему мультики, песенки, и он под эти песенки пляшет. Он реагирует на песни, реагирует на мультики, как бы на все ярко, у него хорошо как бы развито зрение, он хорошо на это реагирует. Он нам улыбается всем, понятное дело. Еще из слов, извиняюсь, я немножко простыла, поэтому немножко будет гнусав голос. Он говорит, мама у меня уже очень давно, он прям говорит, мам, мама, когда ему что-то нужно, когда он плачет, когда он расстроен, либо он что-то хочет. Потому что когда мы кушаем при нем, он, во-первых, начинает облизываться, это понятное дело, почему, кстати, мы еще стали давать ему прикорм. Он облизывается прям где-то и начинает как бы жевать, и капризничает, он просит есть. При этом он, когда... видит, что ты кушаешь, он говорит, мам, дай, дай, прям, ам, ам. У него получается как бы произносить именно, типа, дать, и чтобы ему дали, и именно ам-ам есть. При этом мы научились говорить слово баба. У него прям она баба, баба, баба. Вот, короче, это вообще незабываемо. Но папа у нас пока не получается, именно у нас не получается букву П произносить, поэтому и папа, соответственно, у нас тоже не выходит. При этом он болтает, он рычит. В инстаграме могли видеть, как он пытается рычать. Также я оставлю это видео, он прям так р-р-р-р-р. У него картавое, потому что в детстве я, кстати, тоже картавила, у меня было не р, а р-р-р-р. И у него примерно сейчас то же самое. Он говорит, как тигр рычит, как он р-р-р-р. И он тоже повторяет. На животике мы лежим, мы облокачиваемся на ручки, но не на ладошки, просто на ручки лежим, держим голову, поворачиваем, пытаемся ползти, если подставить ему руку, он ползет, но как бы сам он еще не стоит на коленках, ладошками не опирается, этого у нас пока нету. Он пытается подтянуть под себя ногу, отталкивается, но у него получается как-то он не вперед, а как-то боком так разворачивается вроде по кругу, так тык-тык-тык. Иногда у него получается с живота перевернуться на спину. Вот. Но он так как больше любит все-таки находиться в полусидячем положении, в стоячем положении, лежа, он так может полежать минут 10-15, потом ему просто надоедает. Также он любит бодаться, и он делает, когда ему говоришь, кто кусь-кусь, кто маму укусит, он прям реально начинает пытаться схватить тебя за щеку, за нос, за плечо, прям как открывает рот, так кусает. И он смеется на вот это, когда я с ним, там, типа, сейчас тебя укушу, кусь-кусь, вот, ему это нравится. Ну и, понятное дело, мы смеемся. Что у нас еще из умелок? А, когда мы кушаем, он хватает ложку, прикорм, и сам пытается есть. Ну, то же самое, держим спокойно чай, эту бутылочку попить, если нужно. Что такого еще? С игрушками мы играемся, но у нас определенная такая любовь, мы много не можем с ними. По-моему, это все. Что-то как-то быстренько. Если я что-то забыла, если я что-то не рассказала, пожалуйста, просто напишите это, задайте свой вопрос, я отвечу. Кстати, как вам идея ввести рубрику «Вопрос-ответ», чтобы было проще, чтобы просто задавали свой вопрос, а я уже отдельным видео снимала вам ответ, потому что иногда просто неудобно отвечать на комментарии, из-за возможности того, что я, к примеру, гуляю на улице, либо у меня там своя рутинная работа. Да, по-моему, как пора кушать. А, кстати, ну и я вот до сих пор кормлю грудью. У нас относительно смешанное кормление получается, потому что я даю прикорм. Вот, но при этом кормлю его все равно грудью. И сон, кстати. Из-за погоды смена такое. В холод мы спим нормально на улице, когда тепло, мы спим плохо. И еще у нас сейчас беспокойный сон. Какое-то время он спал в кроватке, первый сон ночной у него был, а потом я его перекладывала уже к себе. Но сейчас у нас так как пытаются пролезть зубы, он спит очень беспокойно, поэтому он спит со мной. Я просто каждый раз, когда он просыпается, я его кормлю, перекладываю на другую грудь, и мы так засыпаем. Поэтому пока что он в своей кроватке только лежит, играется, если надо, потом он лежит на диване, мы его раздвигаем.
Вот, и поэтому как бы у нас пока все со сном. Мы, к сожалению, просыпаемся по ночам. Ну, он как просыпается поесть, он просто там что-то ворочается, ворочается, ищет грудь, находит и засыпает дальше. Он не просыпается, как это бывало в начале, в первых двух месяцах, когда он прям просыпался, и целый час нужно с ним было общаться, играться, потому что он выспался. Сейчас такого у нас уже нету. И памперс я ему меняю вот именно когда перед тем, как класть, и когда он просыпается окончательно. И встаем мы, ложимся мы сейчас поздно. Мы купаемся в 9, иногда в 10 часов в этот промежуток. И спать мы ложимся либо в 11, либо в 12, или даже в 12:30. Это в зависимости от того, как поздно он встает. Потому что иногда он встает в 9 часов, иногда он в 9:30, иногда вообще в 10 мы встаем. Честно скажу, мне намного удобнее ложиться поздно и вставать поздно, потому что это мой график, я так привыкла. С мужем тяжелее, потому что он на работу уходит. На этом, пожалуй, все. С вами была я, Настя. Пишите ваши вопросы, расскажите, как ваши малыши развиваются, что они делают, что они умеют, как вы спасаетесь зубками. Были ли у вас, кстати, похожие моменты, то, что на определенные лекарства для помощи малыша, они, наоборот, не помогали, а вызывали вот побочные эффекты. А, кстати, блин, вспомнила, заладушек мне. АКДС, мы сделали прививки, мы делали прививку в 3,5 месяца, мы сделали АКДС и полиомиелит. У нас, я ему не давала лекарства от аллергии, потому что там такой перечень побочных эффектов, то что я побоялась ему просто давать это, потому что вдруг у него с легкими что-то случится, начнет задыхаться и куча всего остального, и поэтому я ему давала только нурофен. Единственное, мы полиомиелит он вообще не почувствовал, он спокойно лежал, но когда ему вкололи АКДС, все это был ор, он целый день, грубо говоря, был на руках, он очень много плакал, много капризничал, у него болела нога, нам приходилось делать ему йодовые сеточки аккуратненько, понятно, мы точки не мазали, а рядышком все, потому что ножки припухли. После этого я ему давала нурофен, причем нурофен я ему давала клубничный, потому что я кушала клубнику во время беременности, и когда его кормила грудью, иногда я себе позволяла там клубнички съесть, и аллергии у него никакой не было, поэтому я выбрала именно клубнику, потому что на апельсины, на цитрусовые у меня бывает самой, там я чесаться начинаю, поэтому не стала рисковать и давать ребенку, вдруг у него выскочит аллергия. Два дня мы конючили, на третий день мы уже более-менее были в порядке. Но из-за того, что у нас начинали лезть зубы в этом месяце, как бы по сути нужно делать 3,5, например, 3 месяца ты сделала, через месяц ты делаешь ему еще. Но нам врач-педиатр ничего по этому поводу не сказал, просто спросил, делали ли мы в том месяце ему прививку. Я сказала да, и как бы мы прошли этот путь, потому что когда лезут зубы, я не стала рисковать делать ему АКДС, потому что вдруг он будет еще тяжелее переносить, чем было до. Поэтому мы пока подождем, если что, сделаем ему в 5 месяцев. Бабушкин Егорка, да? Егорка бабушкин. Бабушкин Егорка, да? Мой ты, да, бабушкин, бабушкин. Что там, слон, да? Такой смешной слоник. Такой розовый-розовый. Не серый, а розовый слон, да? Да, розовый-розовый он. Ой, какой, да? Это смешной-смешной, пучеглазый, да? Розовый, да и пучеглазый, вообще скажи. Да и хвост скажи. Что за хобот у него, да? Скажи, трубка какая-то маленькая. Да? Скажи, ну разве это слон?
Нашел его сразу, да? О, едет слон, едет слон. Слон едет, да? Ой, ой, смешно, какой, да? Укатился ты куда, да? Там записывается? Мам, там записывается? Да, все. Скажи, го-го, иди сюда. Скажи, скажи лошадке. Го-го. Где го-го? Вот го-го. Скажи, го-го, иди сюда. Скажи лошадке. Скажи лошадке, го-го, иди сюда. Да, скажи, го-го, иди сюда. Скажи, и го-го, иди сюда. Да. 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 Го-го, скажи. Скажи, го-го. Вот, еще. Вот, го-го. Давай, давай. Да, скажи. Да, иди сюда, го-го, скажи, да? Лошадка, го-го. Да, да. Вот, вот, и го-го, да, и го-го. Скажи, и го-го, и го-го. Да, да, молодец, и го-го. Да, давай. Вот, молодец, скажи. И го-го. Да? И го-го, скажи, иди сюда. И го-го. Лежать, бабушка сказала. Лежать, бабушка. Агр-агр. Давай, давай. Давай, агр-агр. А где бабушка, Егор? Давай еще покакаем, давай. А где давай. Баба? Давай покакаем. Давай. Давай до конца уже. Да, давай. Давай, давай, давай. Давай. Агр-агр. Да? Кто рычит, как тигр? Егорка? Так, аррррр. Я сказала, не снимай меня. Ой-ой-ой. Ну ладно, ладно. Я тебя на руки все равно брать не буду. Ага. Ну, Егор, расскажи, я люблю. Как ты кулак суешь себе, Егор? Люблю. Да? Люблю. Скажешь? На камеру скажешь? Как ты говоришь? Люблю. А? Люблю? Скажи, так достаточно, да, много говорю? И тем более уж на камеру, да? Люблю! Не будешь засовывать кулак, да? Все? Серьезно. Что ты ржешь, да? На этом, пожалуй, все. Была с вами я, Настя. Пишите отзывы, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И спасибо, что были со мной.